привіт! Друзі, сьогодні в нашій рубриці «Добрий ранок» ми будемо варити каву. Але сьогодні знову будемо її варити без будь-яких кавомашин по-домашньому. І сьогоднішня кава трішечки відрізняється. Сьогодні вона ідеально підходить для холодної пори року. І в цьому нам допоможе мій друг Олексій Багриста. Доброго ранку! Проснутися і збадріться з утра ароматним напідком кожен любить. А в осінню погоду холодну сам Бог велів. Сьогодні будемо робити необычный кофе. Будем делать кофе с чесноком и медом. Для начала возьмем турочки. Вы со мной варите, да? И, ну, чеснок. Мы его немного возьмем. Там каждый может по-своему количество. Его можно немного больше, можно немного меньше. Это уже дело вкуса. Мы будем по классике. Кількість чесника залежить від вашої цілі. Чи то ви з застудою боретеся, чи то з вампірами. Тепер мед. Меда где-то полторы ложечки чайные. Ну, опять же, кто как. Кто-то больше, кто-то меньше. Воды идет около, ну, на такую турку около 100 мл. Если в другой турке, естественно, количество воды другое. Ну, принцип такой же. Где це там, приблизно да? Ось до горлышка цієї да, турочки, так? Да, да. Взагалі, якщо чесно, я мед не дуже полюбляю, тому що в мене на нього алергія. Тож для мене зараз таке відчуття, нібито я сапер і працюю з вибухівкою якоюсь. Кожен шаг для мене може стати фатальним. Все, ми змішали мед, чеснок, воду. Теперь это дело необходимо проварить. Ставим на огонь, тоже не на большой, на мелкий огонь достаточно. Начинает уже закипать. Немного дадим ему покипеть. Все, кипит. Этот снимаем. А моя турочка никак не хочет закипать. Закипит сейчас. Тут... Я чаклун, кава починай кипіти. Вот. Оп. Все, можно снимать? Да. Закипило, снимаем. Что мы делаем теперь, когда у нас есть такая вот горячая водичка с медом и чесноком? Отфильтруем чеснок. Ну, возьмем сито, любое сито, металлическое. Можно без сита, но есть риск немного туда, что попадет чеснока. Я аккуратно вылил, но только одна вот маленькая долечка попалась. И вот эта водичка, которую мы заливаем, она нам сейчас понадобится саме для нашей кавы, насколько я понимаю. А потом эту водичку мы повернем снова до турочки после того, как ее помыем, потому что нам эта водичка с медом и чесноком понадобится, чтобы заварить нашу каву. После того, как мы повернули нашу водичку с медом и чесноком до турки, что мы делаем дальше? Смалуем кофе. Вообще, в любом приготовлении кофе, хоть с чесноком, хоть с солью, хоть просто без всего, важно, чтобы зерно было свежего помола. Чем свежее обжарка и помол, тем будет вкуснее ваш напиток. Все, кофе смололи, теперь будем его добавлять. Пожалуйста. Так. Одна. Две. Три. И после того, как размешали, можно ставить на огонь. Знову повертаем до огня. Готовимся снимать. Вот он зашевелился. Раз, два, три. Готова моя кава, снимаем. И теперь знову та відповідальна мить. Аккуратно, здесь есть мед. Тут є мед, так. В
Ви знаєте, навіть не дивлячись на те, що я не дуже полюбляю мед, аромат просто неймовірний, тому я вам дуже рекомендую це спробувати, особливо у холодну пору року. І ось така філіжанка кави допоможе вам і прокинутися, і не хворіти. Доброго ранку!